Привет, зрители! Привет, зрители, это Лони, сегодня у меня редраф Дрима, да, тот самый кадр с аниматика садист, который все рисуют, который все переделывают, все его рисуют в своем стиле, и я тоже хочу, никто меня это дело не запрещал, я художник, я хочу, я умею, мне нравится. Выкухи. Мне очень нравится, что получилось, как и точно так же мне очень нравится аниматик, который делала садист. Блин, я не знаю, мне все вот эти тримсоплевские аниматики нравятся, да и не только эти. Все равно Хог Хант, наверное, один из моих любимых, не знаю, то ли потому что Техноблейд мне нравится, то ли, ну нравится. Вот такой вот я человек. Я смотрю, на меня очень много подписчиков появилось после того, как я выложила в ТикТок кадр, отрывок из нашего проекта с Бугер по озвучке. И, блин, это очень круто. Ребят, правда, спасибо. И я очень надеюсь, что вы останетесь здесь и после того, как выйдет эта озвучка. Я бы очень рада заниматься еще какой-нибудь озвучкой, потому что мне это дело очень нравится. Но я не знаю чем, а тут Бугер такая, типа, Лони, у меня есть вот это, go to read, please. Я не буду говорить подробности того, как это у нас все проходит, чем мы занимаемся, как вообще это все дело всплыло, потому что после того, как мы это дело выложим, мы сделаем видео, где сами будем снимать реакцию на вот это все дело и расскажем вообще, что да как. В общем, видос делается, нам осталось совсем чуть-чуть, правда, нам осталось совсем немного, но чтобы это дело закончить, мне нужна Бугер прямо здесь, вот прямо вот в моей комнате, прямо вот с этим микрофоном, со всем вот это вот моим оборудованием. А пока этого дела нету, идите прочекайте ее соцсети, она в целом сидит в Твиттере, идите мои другие соцсети прочекайте, я все оставлю в описании, не парьтесь, все будет там. Идите прочекайте оригинальный аниматик, который делала садист, она также выложила его в свой день рождения, уже, возможно, поздновато, но идите поздравьте ее с днем рождения в комментариях. К сожалению, моя англоязычная часть подписчиков не сможет насладиться той переозвучкой, которую мы творим вместе с Бугер, даже если я сделаю видео, где я объясняю все эти шутки на английском, ну русские челы меня поймут, там такое чисто, знаете, инсайдер, Russian inside jokes, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и заканчивайте смотреть это видео, там дальше музон будет прикольный, да. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, fuck the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I be gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm knocking it out when I'm back with the blue. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going insane. I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma give it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I really go as I was saying. Yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it now. It's really all okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him. This is mine, yeah, yeah. I got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire.